Ученики первой Голицынской школы приняли участие в акции для победы в День Победы. Специально к празднику 9 мая ребята изготовили заколки с георгиевскими лентами. Акцию также поддержали сторонники партии «Единая Россия» из числа волонтеров объединения «Доброе сердце». Они сделали баннер «Бессмертный полк». Его разместили на фасаде здания, в котором размещается пункт приема гуманитарной помощи. Кроме того, волонтеры регулярно проводят мастер-классы, на которых рассказывают всем желающим, как плетут маскировочные сети для наших бойцов.